Дорогие телезрители, послевкусие напоминает лак для волос. Ставлю этой жвачке 10 из 10. Я вам не советую это покупать. Это капец, бро. Глаз, ё-моё. Но это унитаз. Ну что меня подталкивает видео? По глубине души этого порошка. Алоха, с вами Алекс Ли, звезда Переполоха. И это мега крутой ролик. Пробую вкусняшки из детства. У меня здесь целая куча всего. В общем, без лишних слов, погнали. И начать я хочу с вот такой вот жвачки. Она со вкусом арбузика, должна быть кислая. Вот такая вот жвачка, смотрите, она еще в виде арбуза. Фух, пробуем. Она очень вкусная. Вообще не кислая. Я не знаю, с чего я решила, что она должна быть кислая. Ставлю этой жвачке 10 из 10. Послевкусие напоминает лак для волос. Но, в общем, если то, ничего. Вкусненько, мне даже понравилось. Пробую вот такую жвачку. Вот эта жвачка точно кислая. Тут прям написано, что она с кислинкой внутри. Открываю. Опа-на. Так, смотрим. Синяя, боже мой. Да, она кислая. Я вам не советую это покупать. Вот это вообще абсолютно невкусно, оно кислое, какое-то горьковатое, и оно даже руки красит немножко. Ставлю 1 из 10. Пробую вот такую вот штуку. Это вроде бы карамель на палочке, и палочка еще и светится. Вы вообще представляете? Называется лучик. Открываю. О боже мой. Я думала, она будет больше, но зато в виде динозаврика. Ну, леденец достаточно вкусный, он без какого-либо привкуса фруктов, там лимон, еще что-то, просто обычная цветная карамель. Я не знаю, как должна работать вот эта палочка, чтобы как бы она светится. Вот это я вообще... Она в темноте, наверное, светится. Но тут написано... Достаньте конфетку из палочки, согните пластмассовую палку для щелчка. Я не знаю, что поставить этой карамельке, потому что, в принципе, она достаточно вкусная. Вот, наверное, я поставлю 8 из 10 за палку вот эту, которая не гнется, потому что она очень плотная, блин. Теперь пробую вот такую жвачку на палочке. Она должна быть еще с татуировкой. Смотрим, что здесь за татуировочка. Жвачка вот такая. Сейчас я ее попробую. Она настолько сухая, что она даже не откусывается. Она по вкусу максимально гадкая, еще хуже той синей жвачки. Поэтому я ставлю вообще 0 из 10. Сейчас протестим татуировку. Как я показываю, вот. Вот такая татуировка, какая-то тоже максимально странная. Ну, в общем, сейчас проверим, что из этого получится. Наверное, не надо было вот эту штуку отрывать, да? Но, блин, она ребят, ну... Я, конечно, извиняюсь, но сегодня мы с вами не протестируем эту татуировку. Пистолетик с какой-то жижей внутри. Вообще, это жидкая конфета. Не знаю, насколько это будет вкусно или гадко. Должно быть с клубникой. Оно не пшикается. Цикапец. Цикапец просто. Господи. Короче, это тоже невкусно. Это максимально химозно просто. Насколько это может быть химозно? Вот просто вот... А, фу. Это, наверное, я поставлю 2 из 10, потому что жвачка была явно хуже, поэтому, ой, вот этому я ставлю 2 из 10. Смотрите, какая стильная упаковка у этой жвачки. В виде банки такой железной. Но, конечно, она не железная, она пластиковая, но тем не менее, смотрите, здесь даже вот эта открывашка, пимпочка, она как у вот этих вот банок. Я надеюсь, я ее сейчас открою нормально, и мы с вами попробуем. Так, открываю. О, смотрите, все, молодец я. Так, насыпаю. Вот такие вот малюточки, жвачечки здесь. Вот эти вот жвачки, кстати, очень вкусные. По вкусу прям как, ну, не Фанта. Не, с Фантой не сравнится. Просто вкусненькие жвачки с апельсиновым вкусом. Вот. Этим жвачечкам я ставлю 10 из 10, потому что они мне понравились. Переходим к более интересным штукам. Это вот такой вот глаз, ё-моё. Глаз, ё-моё.
Он вроде бы как должен быть зефирный. В общем, сейчас посмотрим. Нормально. Поставлю где-то 6 из 10, потому что если сравнивать с хорошим дорогим зефиром, то это, конечно, такое себе. Но по сравнению со всеми предыдущими вкусняшками, вот это более-менее, поэтому 6 из 10. Соска. Вы представляете, это соска. Я не знаю, почему она еще и на обруч, я так понимаю, это типа браслет. Ну что меня подталкивает видео? Короче, это невкусно. Вообще, очень какая-то дешманская конфета. Я этому поставлю, наверное, 1 из 10, потому что задумка прикольная, вроде бы. Вот, но по вкусу это 1 из 10. И мне просто безумно хочется протестить вот такую вот жвачку, потому что здесь тату, которая светится в темноте. Я надеюсь, я не испоганю эту татуировочку. Так, открываем. Ёк-макарёк. Вы посмотрите на... Офиг, если это еще и светится. Так, давайте посмотрим, что же здесь еще есть. Какие малюточки жвачечки. А, кстати, оно достаточно приятно пахнет. Конечно, химозно, но хотя бы приятно, знаете, таким этим... Господи, я забыла название. Виноградом, вот. Не сильно сладкие. И, кстати, вкус у них тоже виноградный. Ну а теперь, естественно, тестируем эту шикарную просто татуху. Я очень надеюсь, что она приклеится, потому что она классная. Короче, я вроде бы ее уже намочила достаточно хорошо, но... Та-дам! Кстати, а мне кажется, оно, в принципе, нормально вышло. Здесь, конечно, осталось немножечко. Дорогие телезрители, сегодня вы не увидите, как светится эта татуировка, потому что она светится так мало, что в камеры не видит, что она светится. Короче, поставлю 4 из 10, вот так вот, потому что татуировка фигня какая-то. Смотрите, какие у меня есть милашные жвачки с пониками. Вы прикиньте, здесь, походу, у каждой жвачки татуха своя, офигеть. 5 тату получается, вы посмотрите, они все вот, ой, господи, вот в таких вот упаковочках, то есть, по сути, это должно быть все татуировками. Здесь все поприлипало, это какой-то кошмар. Так, открываем аккуратненько и смотрим, что там за татуировочка. Офигеть! Я не понимаю, что это за прикол. Я, походу, что-то не то делаю. Смотрите, она вот так запакована. Я ее вот так открываю. Открываю, смотрите, сейчас. Опа-на! И она, блин, отваливается частями. Я не понимаю, что это за прикол, потому что татуировка была бы классная. И вот такая внутри была жвачка. Давайте сначала посмотрим, какие там еще есть татуировочки. Здесь какая-то панда была. Короче, это вообще... Это какие-то фуфлыжные татуировки. Оно все к рукам прилипает. Оно все липкое. Что это за кошмар? Ладно, пробую жвачку. Жвачка достаточно вкусная, клубничная такая. Но за вот эти вот татуировки. Я поставлю 6 из 10. Я знаю, что вы этого ждали. Это унитаз. Две конфетки. Вот такие вот чупа-чупсики. Вот в отдельной упаковке, слава богу. Здесь даже крепление для них есть. Мама дорогая, вы посмотрите. Так, открываем. Я сама понятия не имею, что там. Господи, я надеюсь, что сейчас ничего не рассыпется. Что там? Ага, там порошок. В такой упаковке, которую нужно открыть и туда высыпать, да? Так, открываю сейчас аккуратно. Господи, все, я сейчас его рассыплю, порошок. И высыпаю вот так вот в унитаз. Да, вот это трэш, конечно, вот это трэш. Вот такой порошок. Ну, чупа-чупс обычного вкуса. Тоже просто обычный жареный сахар. Честно, я так не люблю кислое. Я так не люблю кислое просто. Я даже фрукты с кислинкой не ем. Не говоря уж об вот этом. Что-то я не поняла. Порошок не кислый. Так, где-то там далеко в глубине души этого порошка есть какая-то малюсенькая кислиночка. Но в целом он тоже сладкий. В общем, за идею я ставлю 10 из 10, конечно же.
Вот. Ну, а вот это интересно. Прикинь, тоже открывается. За сам вкус 5 из 10, потому что порошок вообще не вкусный, конфета обычного вкуса, поэтому как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если на этом видео наберется 1000 просмотров, то я сниму уже третью часть. Да, я не сказала в начале, что была еще первая часть, которая, я так поняла, по количеству просмотров вам понравилась, поэтому я решила снять вторую. И вот, если на этом ролике наберется 1000 просмотров, то я сниму еще третью часть, потому что, мне кажется, это очень прикольный формат видео. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!